Это одна из песен с альбома Discovery знаменитой английской рок-группы Electric Light Orchestra. Пластинка записана в стиле диско в 1979 году, когда коллектив решил обновить свое звучание. Это добавило оркестру популярности, альбом сразу возглавил хит-парады, а спустя 20 лет его признали дважды платиновым. В этом году группе исполняется 50 лет. Данную дату отметили и в областной юношеской библиотеке. Особое внимание на встрече с читателями было уделено основателю группы Джеффу Лину, который помимо работы с Electric Light Orchestra спродюсировал десятки успешных альбомов. Он много сотрудничал со звездами, например, с одним из Битлов Джорджем Харрисоном. Ну а сам Джон Леннон говорил, что писать музыку становится все труднее, ибо Джефф Лин уже все написал. Он прекрасный мелодист, аранжировщик, продюсер. Его принято считать четвертым по величине продюсером во всем мире. В юношеской библиотеке регулярно проходят виниловые вечера. Это лекции, на которых самарцы могут узнать о разных легендарных группах и музыкантах, а также послушать их музыку. Люблю за его великое творчество. Очень сложная музыка, мне это нравится. То есть, ну, непростая. Просто приятно разбираться в ее музыке. Следующая встреча пройдет 31 января. Она будет посвящена еще одной легендарной британской рок-группе Юрая Хип. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.